А вы, пацаны с яйцами, молодцы. А пилот оказался слабаком. Ненавижу слабаков. Значит, вы слегка покатали Куна? Как-то так, да. Знаете, сколько стоит новый пропеллер? Мы стоим не меньше, извините, мистер Кламп. Мы с братом красиво поработали на всех 5 континентах. Ваша коллекция машин легендарна, и мы можем помочь ее пополнить. Любую машину, в любое время. Мы не дилетанты. Думаю, наша работа говорит сама за себя. Конечно, на марсельских помойках полно пацанов, но если надо, сработать на отлично. Тогда у нас есть репутация. Ты? Я? Нет. Тот парень не мой здоровяк. Подойди ко мне. Здоровяк. Гвоздь придержи. Знаете, брат обо всем обычно договаривается. Нам не о чем договариваться. Мне плевать на вашу репутацию, на то, какие вы крутые. Важно только одно – доверие. В этом городе мало кому можно доверять. Почему вы решили, что вам можно? Мы из другого города. А я тем более. Доверие можно купить, мистер Клэмп. А вот уважения, к сожалению, нет. На него не повесишь ценник. Я вас найду. Спасибо. Да, кстати. Что-то не так? Я фанат автомобилей. Хочешь взглянуть на мой гараж? Думаешь, я не знаю, что ты брат Джакомо Мурье? Троюродный. Троюродный. Кажется. Я всегда это путаю. Двоюродный, троюродный. Что ты здесь забыл? Слушайте, мистер Клэр... Дай ему сказать. 2 года назад я просил Джакомо помочь с работой. И он при всех послал меня. Дал пинка под зад. И велел отправляться обратно на помойку побираться. Родство он ни во что не ставит. Знаете, мистер Клэмп, если бы представилась возможность, и он стоял бы на краю обрыва, я бы не раздумывал. Неужели? Красота. GTO 250. Я такие видел только в журналах. Она роскошна. Это не машина. Это просто шедевр. Величайший, да? Ага. Ну все, хватит. Идите отсюда. Быстро. Sei solo tu, sei solo.